В России вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется до конца года. Вакцина для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Детям до 15 лет прививки делают согласие родителей или законных представителей. Школьникам старше 15 лет – с их личного согласия. Кроме того, в Москве проходит третья фаза исследования вакцины против коронавируса для подростков. Из 3000 добровольцев большинство получат вакцину, а оставшиеся – плацебо. Распределение участников происходит случайным образом. Ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник. На 28-й день после введения первого компонента добровольцы сдадут анализы для проверки эффективности вакцины. В этот же день всем сообщат, что им ввели – плацебо или вакцину. Получившим плацебо сделают прививку спутником М. Всем участникам испытания вакцины и тем, кто сдал кровь на способность выработки антител против вируса, выплатят по 15 000 рублей.